Здравствуй, друзья. Посмотрите на это позорище. Бункерного деда выводят на прогулки по ночам. Так организовано пространство. Таким образом, чтобы люди заходили на площадь и сразу погружались в 41-й год. Ну, конечно. Россиянам 2022 год уже не интересен. Стабильная работа, достойная зарплата. Да кому это надо? Люди мечтают погрузиться в 41-й год. То есть это вся техника, вся 41-го года? Посмотрите внимательно на лицо человека, который, как говорят по телевизору, в очередной раз всех переиграл. А это парад. Вот смотрите, закамуфлированный Большой театр. Кадры предоставил Красногорский архив. Сейчас можно на Оскар посмотреть. Да, конечно. А что, в светлое время суток уже не выпускают, да? Только вечером? Только в бронежилете? Пожалуйста. Это павильон, одна из инсталляций. Он разделен на две части. Здесь проходили фильмы, а здесь экспозиция. У мужика каблуки длиннее, чем у женщины. Борец за традиционные семейные ценности. Мы смогли вжиться в эту атмосферу военной Москвы. Видите военную технику тех лет, к которой можно прикоснуться и почувствовать. К современным военным машинам прикоснуться нельзя. Вот старьем хвастаться 80-летним. Это пожалуйста. За яхты олигархов зовет нас дед больной. Ну как, вскипела у кого-то ярость? А вот у жителей Воронежской области уже закипает.